Приветствую всех. Сегодня я хочу вам сказать пару слов о такой мелочи, как полиэтиленовый пакет и как она может пригодиться, как он может пригодиться в зимнем, допустим, походе. В юности я увлекался велоспортом, ходил на кружок, но вот зимой мы мало катались на велосипедах, а в основном бегали, и бегали по лесистой местности, потому что этот кружок, так сказать, находился на окраине города, и тренер нас гонял по всяким лесам зимой. И, конечно, ноги промокали, потому что приходилось по глубокому снегу бегать. Вот. И старшие друзья мои мне научили такой хитрости, такой мелочи. Просто поверх носка мы одевали полиэтиленовые пакеты, и потом только одевали кроссовки. И это предохраняло носки и ноги от намокания, даже если кроссовки уже были насквозь мокрые и даже иногда заледеневшие, задубевшие от льда. Вот. И я взял на вооружение это уже когда стал ходить в лес зимой, потому что, ну, все мы знаем, что, конечно, если вы зимой куда-то идете за город, то желательно взять с собой сменную пару носков сухих. То есть, если вы обувь промочили как-то от снега или там где-то под лед, немножко вступили, допустим, в воду, то одели сухие носки, и все нормально. Но если обувь мокрая, то сухие носки, в принципе, тоже промокнут, а желание и время сушить обувь на костре, на огне, тоже не всегда есть. Поэтому я вам предлагаю вооружиться вот такой мелочью, взять с собой пару пакетов. И если не сразу, допустим, одеть и ходить с ним по лесу, в них по лесу, то если в случае вдруг, если вы намочите как-то ноги, то после того, как вы оденете сменную пару сухих носков, сверху одеть пакеты, и тогда мокрая обувь вам уже не помешает продолжить ваше путешествие. Кроме того, если по счастливой случайности вы с пакетами еще захватите скотч, то если, допустим, вы ходите по глубокому снегу, то пакеты вы можете использовать, ну, конечно, этот маловат, если у вас будут большие какие-то пакеты, пакеты вы можете использовать в качестве гетров для того, чтобы снег не попадал за голенище. То есть обрачивайте пакетом, скотчем обмотали, и все. Можно ходить и не бояться, что снег попадет за голенище. Вот. И потом этот пакет просто можно выбросить, и все. Если, допустим, использовать какие-то фабричные гетры, но они, конечно, разные бывают, но бывают такие, что просто на них налипает снег, они становятся мокрыми, и ледяной коркой покрываются. Но это, конечно, дешевые какие-то гетры. Может, более дорогие есть и там из какого-то материала, на который не налипает снег, но дешевые обычно такие. Кроме того, иногда некоторые используют кусочки нейлона водонепроницаемого в качестве гетры. На них это тоже, он тоже может леденеть, дубить. Вот, а пакет, ну, с него снег сходит, вода стекает. И все понятно, что это не очень эстетично, но это очень дешево, сердито и, в общем, достаточно практично. Все, спасибо за внимание, до новых встреч.